Друзья, добрый вечер. Мы готовы продолжить наши воскресные сессии, посиделки. Здравствуйте. Сегодня мы сыграем то, что мы очень давно не играли. Да, первая композиция была «Тишина», вторая композиция будет называться... Да? Сразу? Да, ну тогда мы сейчас вот сыграем сразу композицию под названием «Breakout». Thank you.
можно нам Родос вот, включить Пашу в монитор, иначе мы не выживем? Он есть? А где его нет? Да? Ну, чтобы нам сыграть еще такого. Кто-нибудь хочет к нам присоединиться? Два. Вперед. А что вы с нами хотите сделать? Раз-раз. Ну, добрый вечер, господа. Да-да-да, можно смелее аплодировать. На сцене мэтр, я бы сказал. Глубейшего исполнения не песен, но читки, я бы сказал, читать. Можно попеть, на самом деле, можно что-нибудь сыграть. Это всегда здорово, когда много талантов рождаются на сцене, в данном случае не импровизированный, а профессиональный. Господа, я вас слышал, мы все вас слышали, вы действительно очень круто играете. Ну, может, что-нибудь вместе уже сыграем? Снимите на телефон. Потом я посмотрю на нас в Ютубе. Я бы хотел сказать, что перед нами играла, выступала группа «Белый острог», Юра Матвеев и Артем Якушенко. И вот, Юра Матвеев был, вернее, не был, а есть, я его зять, в общем. Да, это серьезно говорю, вот моя невеста Ника Матвеева. Ну что, господа, давайте начнем.
люблю тебя, я люблю тебя. Каждое воскресенье в клубе Алексея Козлова мы ждем вас. Да, мы будем ждать вас. Группа отныне называется Sam and Bands, так как меня зовут Самвел. Это армянское имя, но в переводе на европейский это Sam. Sam and Bands, господа, как вы смотрите на это название? Никак. Всем спасибо большое. Спасибо, спасибо. Друзья мои, ну мы продолжим дальше. Тигран, иди к нам. И у нас сегодня были ребята, которые хотели сыграть Hearing Home. Кто хочет с нами сыграть Hearing Home? Пойдем. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Женя, играл с нами на басу. Женя, молодец. И Рома, тоже играл. Роман, Тигран. Тигран! Тигран! Вот Руслан говорит, подсказывает мне, что кто-то хотел спеть от самой глубины его сердца Стиви Вандера. И именно сейчас тот самый момент, когда мы очень хотим это услышать. Добрый вечер всем. Приятного вечера. Я со своей шпаргалочкой. Прошу не обижаться на меня. Thank you.
нас не остановить, поэтому нам нужен Сережа, Гейер. И... Постараемся продолжить творчество Стиви Вандера. Александр Кульков, да. Сейчас мы споем все, что мы знаем. Товарищи Стиви Вандера. Разойдемся послезавтра. Из Иншалабы называется следующее произведение великого Стиви Вандера. Ничего не могу сыграть из того, что я хочу, и все время играю то, что хотят кто-то другие. И это прекрасно. А что, что сейчас происходит? Что это? Что? Вот люди пользуются служебным положением просто. И поэтому, как мне Арайк объявил, следующий номер будет специальный номер под названием «Два Тиграна». А помните, была передача «Два рояля»? Вот у нас вариация на тему двух роялей будет, у нас два Тиграна. Я не знаю, что будет происходить. Нам уйти? Я постой. Постой, хорошо. Вы сейчас присутствуете при священном акте двух Тигранов. Угадывание гармонии.
Lately I've felt strange feeling with no baby reason here to find. Yet to fall news new me hanging around my Тигран, Тигран, Тигран и Тигран. Следующий, значит, номер нашего стола заказов. Это была композиция под названием «Гризи Джи». Хорошо, Редман, да? Паша, сыграй с нами, пожалуйста. Исполнит ее с нами Вова.
И сейчас для вас играл Вова, император Крылов. Вот, молодец, он там приходит, хорошо играет. И что-что? Нет. И сейчас к нам выйдет другой гитарист, с которым мы сейчас играем. Горстная куриха. С которым мы сейчас сыграем композицию, которая называется «Цыплянок», «Чикен». Все ее знают. Да. Как вас дела? У вас все хорошо? Вы все такие тихие. Как-то. Вас не видно, не слышно. Ну, хорошо. Так сегодня все спокойно, ненапряжно происходит. Замечательно. И мы начнем. Thank you.
Иди сюда. Ты сейчас сыграешь свою песню. Это Эдуард был. Он еще к нам вернется. Мы с ним сыграем новую композицию для нас. И сейчас Руслан будет играть композицию Time to be out. Если кто-то хочет к нему присоединиться, то присоединяйтесь. Вот Роман тоже к нам присоединяется. Роман. И не Роман. Ну, смотрите, мы делаем успехи. Скоро мы будем уходить вообще со сцены и будем просто называть композиции и курить в баре. И это хорошо. Итак, time to be out. Thank you.
Спасибо. И еще одну, и будет специальная песня для вас. А сейчас Боря, ты как бы спас Руслана, тем самым заслужив внеочередные аплодисменты. Борис очень жадный человек, он поделился своим инструментом. И Паша. Класс. Сейчас мы сыграем композицию группы Letus, которая называется The Dumb.
Борис Ахметов. И сейчас мы хотели бы позвать певца, которого зовут Нео. Да? Здесь еще? Да. It's the only one word that I know Russian, so I'm sorry. That's the price of improvisation. May I have some reverb in the voice, please? Thank you.
Some mistakes, but it's okay. Thank you. Спасибо. Сейчас, ребята, идите к нам на сцену. Идите. Сейчас ребята, которые здесь работают, которые делают это место незабываемым, сделают это место еще более незабываемым и споют для вас. Через одну секунду. Это будет очередной хит. Снова Стиви Уандер у нас в программе. Постараемся исполнить песню «I Wish».
молодцы, смотрят и поют. Талант просто витает в воздухе, в этом помещении. Сейчас мы... Что мы сейчас исполним? Сейчас мы сыграем композицию «Чик Корея», которую мы никогда в жизни не играли. Сейчас произойдет это первый раз. Нам нужен Руслан. Руслан! Руслан Смага. Там нужно ручки повернуть. Верни ручки на «Чик Корея». Thank you.
Ну, тут нечего сказать, это вы нас победили, это была самая быстрая композиция, которую когда-либо исполнял. Это Женя, нам есть чем всем заниматься. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Успехов. И на самом деле мы уже близки к финалу. И вот я знаю, что есть девушка, которая хотела спеть песню «Домино». Она все еще есть. Вот, это еще девушка, еще одна девушка, которая работает в этом прекрасном месте. И она сейчас для вас поет. Ooh.
Это Ксюша пела для вас. Друзья мои, мы сейчас... Что мы сейчас играем? А? Вот, мы сейчас сыграем вот эту композицию. Кубинской республики. Марианна. Мы, правда, ее ждали немножко. Марианна, фамилия сама. Без фамилии она не откликается больше. Расскажи, что мы споем. Thank you.
Yes.
сегодня здесь все были. Александр Куликов, барабаны. Сергей Кир, бас-гитара. Павел Егоров, фортепиано Родос. Руслан Смага. Александр Довгополый. Марианна Савон, новообретенная наша женщина. И мы увидимся с вами на следующей неделе. Да?